Друзья, всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 4 марта. Сейчас время 13:58. Мне, короче, сейчас надо идти на работу. Прикиньте, как воскресенье, неохота работать, но надо, придется. Сейчас себе чайку поставил, сейчас попью чай. Умоюсь, я еще даже не умывался, друзья. Умоюсь, зубы почищу и вперед. Вперед на работу. Побегу. Вот. Там не на целый день, но где-то часика, наверное, на третичную придется там поработать. Вот. Так что, как бы такое. Ну, настроение хорошее, все нормально. Ну, я говорю, так неохота в воскресенье куда-то идти, да? Если бы не надо было идти на работу сегодня, я бы вообще бы из дома, наверное, не выходил. На улице холодно, блин, куда переться в такой мороз, блин. Ой, ну придется. Брат мой там пишет, короче, мне в комментариях, где твой брат? Брат мой в Москве, всего приехал еще несколько дней назад, но сниматься категорически он против. Он не хочет сниматься, я его даже несколько раз спросил, типа, давай сниму видос с тобой. Не надо. Ну, такой он, короче. Не любит он это дело, не признает он всякие вот эти каналы. Не для него это. Он увлекается этой музыкой, пишет электронную музыку. И больше ему ничего не интересно. Правда, еще бы работать он работал, а то и на работу не ходит. Так, приезжает в Москву и целыми днями спит. До вечера спит, до обеда, потом садится за компьютер, всю ночь сидит. Короче, вот так он проводит время. Вот как уже с ним не говорили по поводу работы, чтобы он нашел работу и устроился. Ни хрена, все бесполезно, без толку. Он говорит, я пишу музыку. Ну, помимо того, что ты пишешь музыку, жить на что-то надо, правильно же? Вот он, такой вот он человек неисправимый. Вот, в общем, друзья, сейчас пойду посмотрю, вода в чайнике закипела или нет. Ничего не закипело, закипает. Так, кстати, брат набирает себе воду. Буду чай купаться. Короче, не закипела еще вода, друзья. Сейчас закипит, тогда попью чайку. Слышишь, ты не закрывай пока это, блин. Ну, ванну, ну что там, я воду поставил, отогревать, чай попить. Ну ладно, друзья, всем пока. Это такой коротенький видос, чтобы держать вас в курсе событий. Сейчас стану, а то отсвечу. Вот. Пишите, короче, комментарии. Постараюсь по возможности на каждый комментарий ответить. Вот. Что еще хотел сказать вам? Ну, подписывайтесь на канал. На мой канал. Буду рад каждому подписчику. Ну, не забывайте, что вы самые лучшие подписчики. Я вас всех люблю, ценю и уважаю. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Пока, друзья, пока. Увидимся.